Учения будут идти 2 дня. Это плановая проверка готовности оперативных служб и аварийно-спасательных формирований к действиям в случае ЧС. О предупреждении чрезвычайных ситуаций говорили и на заседании КЧС. Глава Анапы дал поручение управлению ЖКХ провести совместно с муниципальным контролем мониторинг территории курорта. Если сильный ветер повалил деревья, ограждение стройплощадок, рекламные конструкции, то городские службы должны навести порядок. Оперативными должны быть меры по откачке воды с низинных территорий, не обеспеченных ливневыми канализациями. Поручение управления ЖКХ – задействовать машины АСМ. Кроме того, необходимо проверить все строящиеся и уже введенные объекты на наличие стуков ливневых вод.